Лара родилась в Ленинградской области, в поселке Лахта. Летом 1941 года отдыхала с бабушкой в деревне Печенёво Калининской области, где и застала ее война. В 1943 году 13-летним девочкам стали приходить повестки об угоне на работы в Германии. Лара с подругами решили уйти в леса, к партизанам. Так они стали разведчицами, ходили по деревням, узнавали о количестве немцев, домах, в которых они квартируют, местонахождение их боевых точек, количестве техники и боеприпасов. У Лары это получалось особенно хорошо. Она была малорослой. В 13 лет выглядела на 8, поэтому ей было проще оставаться незамеченной. Все данные, полученные девочкой, партизаны использовали в своих операциях. Ближе к осени 1943 года Ларе стали поручать диверсии. Она хорошо ориентировалась на местности, была смелой и выдержанной. Так она стала отбивать у фашистов деревенский скот, подрывать мосты, пускать под откос поезда, нанося урон немцам. Последнее задание Лары было в деревне Игнатово, куда она отправилась с двумя взрослыми партизанами. Но группу выдали немцам, и в завязавшейся перестрелке партизаны погибли. А Лару схватили, жестоко пытали, а затем расстреляли. В школе номер 106 Санкт-Петербурга до сих пор стоит парта, за которой когда-то сидела Лара Михеенко. Лариса Михеенко посмертно награждена орденом Отечественной войны первой степени и медалью партизану Отечественной войны первой степени.